Добрый день, уважаемые любители баскетбола. Приветствуем вас на Falcon Club Арене, что в Минске, где сегодня свой первый матч в сезоне Единой Лиги ВТБ 2023-2024 сыграет местная команда против Пари Нижний Новгород. Бабурин против Мотовилова ждет. Коузи. Девайс против Джексона. И передача на Ганкевича, который втыкает мяч сверху. 6 секунд остается. Ален идет сам. Наброс на Апича. И это 2 очка в кольце. И это очень сильно, скажем так, заводит. О, Апич! Давайте для красоты момента будем считать, что его накрыл Даниил Каско. Апич. Это Сукушенко. Ален. Разворачивается красиво. Со средней атакует. О, что за небольшое торнадо. Каско. Адунвейми Джексон. Александр Ганкевич с двух рук. Скидка. Хорошее движение мяча. Супер в этом владении у Минска. 3 очка для Даниила Каско. Более-менее уже начинают разбираться. Очков у Адунвейми Джексона. И данк с двух рук от Константина Паско. Со счетом 89-60 побеждает Пари Нижний Новгород.